прошу тебя, где? Ты ответишь, не мучай. Может, где ты не здесь? Может, сказки все брат. Но какой-то седой, перебившийся чукча, мне не говорил, пряча руки халат. Он твердил о великом шамане Сварагана, что-то плел про грибы и потерянный дом, где-то между Кремлем и Курским вокзалом загадали с черным пером. Полбанки он немного мне отогрелся душой, говори, что со мной, хоть к тебе, хоть подарки, а потом вдруг заплакал и стал звать домой. Он казался осявшим, больным и усталым. Мы на улицу вышли искать его дом. Где-то между Кремлем и Курским вокзалом загадали с черным пером. Где-то между